Прототип новой «Газели» представлен в Москве на выставке «Комтранс». Газовцы говорят о новой платформе, в которую внесено более полусотни конструктивных и технологических изменений. На ближайшие 5-6 лет она станет основой для всего модельного ряда, в котором появятся машины с роботизированными коробками, а также газовые и электрические версии. NN можно расшифровать двояко – New Next или Нижний Новгород. Дизайнерские изменения очевидны. Фары со светодиодной полоской заходят на новые крылья, изменен бампер и капот. В салоне полностью переделана передняя панель с нишами и кармашками. На подогреваемом руле стало больше кнопок. Водительское сиденье имеет 20 регулировок. В комбинацию приборов встроен цветной дисплей, а главный экран медиасистемы — сенсорный, 9-дюймовый. Гидроусилитель руля уступил место электромеханическому. Благодаря этому для «Газели» анонсирован целый комплекс электронных помощников. Всего порядка 30 систем. Среди них камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с автоматическим торможением, слежение за дорожными знаками и сигналами светофора, ассистент парковки и удержания в полосе. Прототип оснащен новой газовской шестиступенчатой механикой и двухлитровым дизелем от Volkswagen. Массовым поставкам этих моторов из Германии по-прежнему мешает угроза американских санкций. Готовит газ и чисто электрические шасси с моторами и батарейным блоком собственной разработки. К слову, эмблема газа на решетке электромобилей будет светиться. Серийную версию новой «Газели» нам покажут примерно через год, а продажи начнутся в первом квартале 2021 года, к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.